Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы, всадники Улха. Четвертый день, и я забираю 200 склянок со светлячками. Так, закрываем. Интересно, сегодня есть какое-нибудь у нас событие или же нету? А мы сейчас глянем с тобой. Есть, но, как ты видишь, еще пока ранний доступ, 20 часов придется ждать, то есть завтра мы с тобой сможем спокойненько в это поиграть. Ну, а пока у нас, в принципе, есть арена сегодня, и почему бы не поиграть. Но сначала соберем все ресурсы наших динозавриков, естественно, сразу отправляем на дальнейшие поиски. Ага, Ветрокрыл принес металл. Так, подожди секунду. 250 миллионов нету. Пока у меня нет такой суммы, ребята, поэтому пускай он идет и добывает дальше древесину. Так, древоруб, ты что здесь притулился? Давай тоже лети и ищи. Костолом тут у нас загрустил. Так, он 85 уровня. Так, что, сарделечка, покажи мне, что ты мне принес. Так, спасите драконов. Бесплатно, иди спасай бесплатно драконов. Барсик, неизвестный вор. Иди тогда лови его. Грамгильда. Так, повысил себе уровень. Давай дальше тогда. Покормим и пускай дальше развивается. Так, а ты чё мне грустишь? Иди тоже обучайся. Все, ребята, он довольный полетел. Так, беззубик. Воздух, вода. Ну давай воду. Бесплатно. Все, он тоже полетел, ребята, выполнять задание. Но это еще не все. Так, я, насколько помню, нам не хватает всего лишь одного динозавра. Точнее, дракона. Ребят, у меня все. Драконов я называю динозаврами, динозавров я называю драконами, блин. Обмен. Нет, зачем мне? Зачем мне это нужно? Здесь я ничего не собираюсь обмениваться. Руны мне нужны самому. Так. Что за подтормаживание такие вот, как мне бесит. Наверное, из-за того, что, ребята, у меня очень много драконов на карте. Так, лети. Подожди, как, кого мне тут осталось прокачать? Этот прокачанный. Ага, ужасное чудовище имеет 85 уровень. Пускай летит за древесиной. А на кого же я тогда делал ставки? По-моему, на громобоя, друзья мои. Сейчас посмотрим. Громобой, ты где? Вот он. Нет, у него 85 уровень. Тогда подожди, она... Нет, подожди секундочку. Так дело не пойдет. Я знаю, что у меня кто-то приближался к 85 уровню. Ну, беззубик-то это понятное дело, что он там. Вот, вот кто. Иди. Чего там не хватает? Блин. А древесины нету, ребята. И что, вот что мне прикажешь теперь делать? Вот нет древесины у меня. И что? Ну, твою налево. Весночёс никак не хочет, ребята, переходить на титан. Никак. Вот он всячески, просто всячески сопротивляется. А для того, чтобы его нашего прокачать... 132 миллиона древесины, ребята. Это чтобы поднять его на 83 уровень. И вот скажи мне на милость, где я тебе соберу сейчас без событий столько древесины? Где? Мне, наверное, выгоднее вот этого тогда парня прокачивать. И тоже сказали, фигушки тебе. Ничего тебе не видать. Но это на самом деле даже немножко обидно, ребят. Что вот-вот мы с тобой можем, в принципе, уже вот как бы... прокачать нашу деревню. И мне вот такие вот палки в колеса. На тебе. Нету кучи, как говорится, у тебя древесины. Фиг ты что получишь. Но мы можем, кстати, с тобой... Слушай, а если я действительно сейчас пойду и открою паки, именно которые идут у нас за монеты Одина. Сколько там дают вообще древесины? Эксклюзивный, нифига себе. Аурвандил. Так, а это Ветрокрыл редкий. Вот даже как. Где у нас ресурс? Я просто не уверен, что там слишком много дадут ресов мне. Ну вот сколько здесь? От 25 миллионов до 125. То есть 50-50, 100%, зашибись. Могут 25 миллионов дать, а могут и 125.
миллионов дать. Хрен с ним, давай попробуем. Рискну, ребята. Воу-воу-воу. Совсем другое дело. Совсем, ребята, другое дело. Кого я там хотел прокачать? Так, не этого, не громобой, а... Твою налево... А, ветрокрыло. Нет, не ветрокрыло, а штормореза. Теперь я забыл, вот он. Ну все, иди. Тренируйся, елки-палки. 50 монет один на тебя потратил. Так, этого мы отправили. И еще кто у меня тут? Громобойчик, который тут... Вот он. Стесняшка наш. Иди. Прокачивайся. Ну что, ладно, ребята, хоть как-то сдвинулись с мертвой точки. Так, дальше у нас. Мы заберем с тобой все вот здесь награды. Так, обменка. Обменка, блестящий янтарь. Всего лишь одна штучка. Больше ничего нету. Ладно, собираем. Продолжать бонусы. Тусклый янтарь. 75 опять тусклого янтаря. Плюс склянки. 30 и 30, 60. Надо, кстати, глянуть, сколько мы с тобой уже склянок-то этих накопили. И что у нас вообще в ближайшее время тут светит получить. Так, еженедельные. Пусто. Так, погоди-ка, тут нет, еще не хватает. Ладно, давай легендарок тогда с тобой соберем. Лут, листочек. Пускай дальше продолжает поиски. И зеленая смерть. Так, медаль плюс опять тусклый янтарь. Мне говорите вы, давай, Рэй, прокачивай третьего. Третий это вот это у нас, я так понимаю, да? Как бы идет. И что нам для этого нужно? Итак, вопль смерти на олухе. Вопль смерти. Так, новый остров, новая зона ловли рыбы, доступ к освобожденным драконам, повышенный сбор железа и получите редкие предметы для обмена и янтарь. Это злобный смутьян. Ну, это злобный смутьян, а мне, походу, нужен вот такой вот обычный, да? Великий смутьян. Так, обмен. Что мне для этого нужно? Ой, как я посмотрю сюда? Завершить за 58 тысяч рун. 58 тысяч рун. Если по большому счету, вот так вот посмотреть, не слишком-то много всего нужно. Вот в основном эти гарпуны, да, и топорики. Остальное можно, в принципе, в короткие сроки. Выплати обмен. Вечнокрыло. Подожди. А, вот. Выполните обмен. Вечно крыло, а у нас тут почему-то громорок отпрыск. А, ну я понял, тут нужно любой обмен сделать, и все будет тип-топ. Значит, это же тоже, по идее, получается, как обмен. Значит, нам нужны вот эти вот и треска. В следующей серии, если нет. Мы можем, в принципе, вот так вот завершить. А, была, не была. Это засчитывается как обмен, ребят. Сердце грей, дикарь. Такого у нас нету, поэтому. Блин, а стоит ли его размещать? Может быть, в ангар его отправить? Так, уровень 4. Сбор железа недоступен. А раз недоступен, значит, отправляйся в ангар. И сиди там. Потратил столько, а в награду всего лишь дали 10. Может, я смогу помочь в твоих поисках, рыбинок? Здесь нет ничего, чтобы подошло сардельке по размеру. Гронк. Да уж, нету ничего. Найти шлем викинга. Ну, это, ребята, уже беспонтово. Ну, ладно, пускай будет. Трынется, это яйцо все равно нам не получить. Так, у меня здесь верхолазик-то тоже прокачивается. По чуть-чуть, ребят, по чуть-чуть. Угу. И он, кстати, сможет собирать железо на 80 уровне. На 80-м, ребят, это... Представляешь, сколько мне его нужно прокачивать? Что-то как-то высоковато камера, по-моему. Надо чутка приблизить. Когда приближена, вроде бы не так подлагивает, чем когда она свысока на них смотрит. Ну что, ребята, вроде бы все отлично, да? Все заказики мы с тобой сделали. Всех отправили на прокачку, на добычу. И у нас остается лишь
Арена. Кстати, крылатый ужас можно было бы тоже прокачать. У него 65 уровень. Но это придется делать уже позже. Намного позже. Ну а сейчас арена у нас. Конечно, хотелось бы события пройти, ребят, но ты же сам прекрасно видел, что нужно подождать 20 часов. Я не могу тебе это ускорить. Это не посмотреть 5-минутную рекламку и сократить столько много времени. А вот арена, да. Иди, как говорится, и дерись в свое удовольствие. И у нас тут первые охламончики. Ну, начнем с кого? Наверное, с этого. Я так понимаю, скорее всего, да? Сарделька выпендривается. Ой-ой-ой, как же ты. Блин, если я вот так сделаю. Ну, по-моему, тормореза мы в любом случае потеряем. Это все говорит о том, что сейчас сарделька, скорее всего, уничтожит его. Ага, я чуть даже не удивлен, нисколечко. Давай крылатый ужас попробуем бомбануть. Суперудар, да? Ай-яй-яй. А этот и сейчас сюда будет бомбить. Подхалим-то этот. Давай мы с тобой тогда сделаем. Давай вот так вот сделаю. Пускай он его там бомбит. Вот. Совсем другое дело. У него пониженная атака, поэтому пока я, наверное, думаю, нам ничего страшного здесь не будет. А он его сейчас, наверное, еще и доб... Нет, добить-то навряд ли. Но хорошо так прижучил, смотри, он ему еще и броню понизил. Ай, сарделька. Ну что, нам надо просто разобрать сейчас этого хламона. Так, он с пониженной броней, с пониженной атакой. Что он сделает? Да ничего. Слушай, ну это хорошо, крылатый ужас. В принципе, ребят, как дебафер. Очень крут. Тут не поспоришь. Ну, а мы с тобой победили. У нас с тобой очередной поединок. Так, громорога я пока трогать не буду. Тройной удар пока подождет. Вот с этого начнем. Все-таки слишком мощно он бомбит. Особенно, когда он шторморезом его начинает бомбашить. Так, теперь, видите ли, переключился он на моего этого барсика. Так, Громорог, ты успокойся, ничего тут не выпендривайся. Да, конечно, ага. Выпендривается еще как? Ну, барсика мы потеряли, по ходу дела. Так, ну, Громорог мне здесь не страшен. Погнали. Нам нужно вырубить с тобой тройной удар. Все. Ну что, Громорог, можешь бафаться, что хочешь сейчас делать, все равно тебе трындец. Че бы тут не выпендривался. На тебе. Ну что, добивка получается у нас. Так точно. Двигаемся дальше. Очередной поединочек. Шипорез. Так, здесь либо шипореза, да, скорее всего, я начну именно с него, а потом уже начнем бомбить кривоклык. Сарделька пока меня не интересует вообще нисколечко. Так, атака. Блин, сейчас что-то будет противное. Смотри-ка, он ничего не стал делать. Это ж круто. Так, уничтожаем. Сарделечка, что она сделает? Ничего. А вот кривоклык, боюсь, сейчас что-то сделает противное. Блин, опять штормореза моего, а? Ушатывает потихоньку. Потихоньку. Ну-ка, да. Но сарделька постарается, естественно. Захочет уничтожить, и, скорее всего, у нее получится. Угу. Ну, а мы с тобой уже на изи. Мы с тобой на изи разберем, я думаю, сардельку сейчас. Во-первых, она ничего не сможет делать. Атаки для нас не страшны, потому что он вслепой. Ну, а наш кривоклык, естественно, будет его разбирать вместе с барсиком. Все, по нему остается последний, видимо, удар. Завершающий, так сказать. Ну-ка, да. Ну вот, как-то таким образом. Уклонение, уклонение. Ну вот и пак вождя. Давай смотреть. Громоль, Лаварык,
Кревет Древоруб и Парящий Прихвостень вместе с Громорогом. Кривоклык. Так, кстати, я хотел посмотреть кое-что. Кто-то мне писал, что я могу кого-то прокачать. Почему-то, мне кажется, вы ошибаетесь. Тут нужен 51 уровень. А на Громеле тоже, походу, даже 24. Так, Злобный Змеевик. Ну-ка, глянем. Твою налево, я еще его и не нашел. Я же вроде отправлял на поиски. Так, Кривокрив. 24 уровень тоже нужен. Да нет, не хочу ее менять. Так, Парящий Прихвостень. 50, блин, первый уровень нужен. Кстати, он... Слушай, 13 уровень будет иметь, если мы его прокачаем. 13 уровень, это, кстати, неплохо. Хорошая альтернатива, кстати. А, Водорез, что у нас там с тобой? Оу, 12 уровень, ребят, получает Водорез. Но он все-таки элитник, это хорошо. А, для следующего улучшения необходим 90 уровень. И 1500 карточек. Оу, вот так вот, ребят. Так, Острокрылый Змеевик. Можно улучшить? Нет, они все у меня сидят в ангаре, поэтому, ребята, они не прокачаны. Кошмарный Пристиголов. Ты-то как? Тоже 51 уровень. Тоже, ребята, его нужно качать. Ну, Лаварыга, честно говоря, не особо я жажду прокачивать, тратить на него там ресурсы. Блин, ты посмотри, сколько еще здесь вот. Нету у меня. У меня погибели, нету. Глыбы нету. Нет, глыба у меня, по-моему, есть. Не, нету. Кревет Дагура нету. Роза Ветров тоже нету. Очень много каких динозавров нету. Громорог Отпрыск. А разве у меня его нету? Крушеголов. Грозокрыл. Костолом Дикарь. Кнут и... Подожди. Кнут и Прут. Получи дракона. Разве у меня нету? Нету, ребята. Кнут и Прут. А я что-то думал, что он у меня есть. Ищейки тоже нету. Получи дракона. Это, видимо, ребята, только можно их купить. И... Чтобы выпали... Ну, сколько мы уже играем, что-то я не видел, чтобы мне хотя бы... Хотя, стоп. Погоди-ка секунду. Это... А, ребята, можно их получить, но видишь, сколько нужно карточек? 14, у нас пока тут 4 только. А тут везде 4. Подожди-ка, не может быть, чтобы у нас на всех выпадало по 4 карточки. Это бред какой-то. Это что-то не то. Смотри, видишь, 4, 4, 4, везде 4. Странно как-то. Непонятно мне, если честно, что это такое. Ребят, если кто понимает, пускай напишет. Ну что, мы пойдем с тобой на следующий поединок. Нам нужно еще, ребята, открыть с вами второй пак вождя. И как ты видел, да, по пакам нам выпали обычные. Не редкие, не эпические, просто все обычные паки. Так, опять Крылатый Ужас, Громобой и Злобный Змеевик. Начну я, наверное, вот с этого хламона. Крылатый Ужас со своими дебафами он тут достанет. Ой, 17 уровень, не кисло. И смотри, что вот они начинают. Начинается у них, ребята, сговоренка вот эта вот. Этот сейчас охламон добьет. Змеевик, да? Ну, естественно, не добил, конечно, но он с радостью атакует. Тогда Громобой завершит это дело. Угу. Не понял, с какой ты только что ходил. Блин, понизил мне еще и атаку. Слушай, а тут, по-моему, фейл. Этот сейчас укусит. А этот радостный сейчас будет бомбить. Синий против красных. Так, секунду, может быть... Может быть, успеем что-нибудь с тобой все-таки сделать? Красный против синих. Тут получается, что синий против красных рулят. Давай вот так вот сделаем. Да чтоб тебя, он еще и атаку себе повысил, ты прикинь. Всыпали, да? Успеем разобрать? Успеем. Блин, теперь вот со змеевиком надо как-то делать, разбираться. Нам надо его... Ага, слепота, отлично. Ну тогда все, ребят, тогда, видимо, мы на коне. Ну, на коне, я имею в виду, что победа будет за нами. Барсик старается от души. Кривоклык тоже неплохо. И последний завершающий удар делает Барсик. Как говорится, пронесло и повезло. Едем дальше.
А здесь у нас парящий прихвостень, громоль и опять же кривоклык. Тут, само собой, надо начинать. Ого, 18 уровня, ты представляешь, если он вжарит своим огонючком, что с нами тут случится? Будет барбекю самое настоящее. Поэтому как можно быстрее нужно уничтожать его. Как можно быстрее. Так, сейчас фаербол. Слушай, смотри-ка, не стал выплескивать. Обычно он любитель выплевывать свой фаербол. Ты-то что тут? Наверное, вот так вот сделаем. Нам нужно хильнуть своих драконов. Поехали сюда. Они 16 уровня. А вот сейчас вот фаербол. Смотри-ка, не делает. И это хорошо, что не делает. А вот сейчас, скорее всего, плесканет. Потому что он остался один. Мы с тобой залечим раны. И думаю, мы после атаки выживем. Так почему он не атакует? Именно своей суперспособностью он не атакует, ребята. Ну что же, это нам было все на руку. И победа, как ты видишь. Очередная победная, я так понимаю, у нас битва. Точнее, я бы даже сказал, последняя. Если мы здесь всех вырубаем, забираем с тобой пак. И начну-ка я, пожалуй, с престиголового барсика. Так, он 18 уровня. Жгет не кисло, кстати. Вот начинается у них вот этот вот бзик. Как возьмут в прицел одного, да, из бойцов, и начинает вот долбить, как дятлы. Так, сейчас что-то будет. Я удивлен, он ничего не применяет. Так, сейчас мы потеряем штормореза, скорее всего. Ага. Даже не удивился ни на грамульку, ребят. А делать нам надо след... Оу, щит. Сейчас будет разбег. Сейчас будет разбег и глушняк. Кого только, мне кажется, кривоклык. Барсику досталось. Ребята, все прелести достались нашему бедному барсику. И он сейчас добьет его. Жучара навозный, а. Давай, помогай мне. Че ты там делаешь, блин, защиту себе. О, все. Все. Ну. А, нет, ребята, мы двух драконов не подбили, поэтому. Тут фейл. Нафиг я сказал, что это последняя победная, еще к тому же битва. Какая тут победа? Тут фейл, голимый. Твою налево, а. Вот я всегда заметил, когда ты начинаешь быть уверен на 100% в чем-то, тебе всегда делают какой-то облом. Понимаешь? Всегда. То есть должна была быть победная битва, и сказали нет, ничего подобного. Мы тебя, парень, просто раскурочим и все. Чтоб не зазнавался. Хотя не зазнавался, я просто был уверен в этом. Так, это еще что тут за хламон стоит? Это ветрокрыл. Оу, ёк-макарёк. Вот это он вжарил, друзья мои. Вот это он вжарил. Так, по идее это нам... Может быть... Блин, ну он не выживет. Его не добьют. Они постараются все сделать, чтобы уничтожить. Ага, барсика. Они хотят барсика. Ну что ты будешь делать? Уничтожать барсика? Естественно. Зачем ему барсик? Погоди. Хильнемся, да? Так, а ветрокрыл-то сделает что? Заморозку? Он сделает, друзья мои, сейчас заморозку. Но он этого шанса не упустит. Это в плане. Это что за новости? Это что за новости, скажи-ка мне на милость. Он, по идее, должен был заморозить и потом уже атаковать. Ну вот, вот он что и делает, ребят. Шторморезу крышка, да? Угу. И также крышка, видимо, нашему. Хотя, погоди-ка, крышка. Еще, как говорится, непонятно, кому тут крышка. То, что он отхиливается, вот это, конечно, бесяло, ребят. Давай-давай, трать. Ага, он потратил, ребята, ульту. Ну-кася. А у нас, кстати, с тобой будет сейчас. Мы вешаем слепоту и потом уже его добиваем. Все элементарно и просто. На тебе. Он как раз накопит, потом опять потратит. В общем, он
Опа. Вот это был неожиданный ход, ребята. Твою налево, ничья. Но мы двух драконов забомбили, поэтому пак вождя все равно он нам достается. А вот и он. Давай открывать. Душитель, громоль, шторморез, кревет, громорок. И опять же кривоклык. Все. Как видишь, обычные паки. Паки вождя мы с тобой все получили. Задания все выполнили. Забираем с тобой здесь 10 рун. Так, что за новинка? Что ты там опять мне предлагаешь? Ага, ну вот это вот яблочки я еще возьму. Яблочки я возьму. 240 миллионов древесины. А для того, чтобы отправить за металлом, нужно 250. То есть, ну не хватает, да? Все равно, как ни крути. А тут у нас с тобой просто рыбка. Янтаря тоже не хватает. И янтаря не хватает. Ну что же, тогда выходит, все, что мы, ребята, могли с вами сделать, сегодня сделали. Постарались, по крайней мере. Громилет. Мечекрат. Такие названия прикольные. Громилет, мечекрат. А, я хотел про скляночки-то посмотреть. У нас с тобой 2310. Ловушка-лом. Священный ужас. Звучит так. Солнцелов. Огнестрел. Все связано с солнцем, с огнем. Что-то такое, да? Росинка, ё-моё. Офигеть, как она похожа на росинку. Но это только для драконьих наездников, ребят. Оу. Дракон из песка. А что он делает? А, нет, ничего. Это просто для красоты, ребят. Овощные грядки. Памятник. Если бы они давали бы какие-нибудь бонусы, то, конечно, и был бы смысл их приобретать. А так как они просто для красоты. Сухой док. Как бы мне вот, честно говоря, сейчас не до этого. Сколько у нас с тобой? 73. Изваяние общего сбора. Соберите все, что собрал ваш дракон одним движением. То есть я нажимаю, и все, что мои драконы насобирали, ребята, будет собрано. Мне не придется тыкать на каждого и собирать в отдельности. Было бы, конечно, прикольно, но 8500 рун — это дорого. Весеннее изваяние, оно что делает? Сезонное изваяние производит ресурсы. В свой сезон скорость производства повышается. Время в свой сезон, так, 16 часов. Время в... не в свой сезон, 32 часа. Награды, руны, предметы для обмена, янтарь, железо, предметы серии испытаний. И как-то понять производство. Руны. У нас нету, чтобы кто-то руны производил. Изваяние дрессировщика титана. То есть повышается, наверное, шанс, да? Получить титана. Ага, намного быстрее и за меньшую сумму. Вот оно что. Великий смутьян. Увеличит усиливающий эффект легендарного дракона еще на 10%. Сбор рыбы повышается на 30%. Понял. Вопль смерти. Увеличит усиливающий эффект легендарного дракона еще на 10%. Вопль смерти. У нас вот зеленая смерть есть. В принципе, вот это вот можно было бы, например, приобрести, потому что стоимость обучения снижается на 30%. Ребята, это неплохо. А почему здесь написано вот на максимальном уровне минус 10%? А тут 30%. Ну, то есть, ты понимаешь, да, нам понадобится, например, меньше намного ресурсов. Той же самой древесины, да, или рыбы. Ну, смотря кто за что прокачивается. Но 150. Ух, ребята, а у нас только 73. То есть, копить еще аж 80. Ну, почти столько же, друзья мои. Почти столько же, не меньше. Да, это очень долго. Но нам нужно с тобой... деревню прокачать. Понимаешь? Прокачать деревню для следующего уровня. Соответственно, там рисует. Чуть, я не понял, тут что-то сейчас появилось. Ага. Слушай, шлак, если бы ты был драконом, то каким? Может, кипятильником? Отлично, ловят рыбу и проводят все время в море. Так, поручите драконам добыть 3 миллиона еды. То есть рыбы. Окей. Экзотический хакату. Да, лети добывай. Ну, 3 миллиона, ребята, рыбы. Это им на одну заходку, господи. Так, а это что?
Поселите на олухе разнокрыла и поручите разнокрылу добывать рыбу в течение 20 минут. А где у меня разнокрыл? Можно хотя бы посмотреть? Вот он. Да. У него только рыба откроется на 4 уровне, а он у меня 3. А можно как-то ускорить? Нет, ребят. Но надо будет это запомнить, задание, и сделать его в ближайшее время. Так, ну что, дорогие друзья, на этой ноте, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!